Друзья, всем привет! У нас тут покос уже начался. Траву косим потихоньку. Значит, сегодняшнее видео будет посвящено гибридизации. На днях у меня случился небольшой конфуз. Вот на канале я ранее выставлял видео, или как, делился с вами видео, где репел меняется самка с щеглом. То есть щегол переходит на место к репу, репел переходит на место к щеглу. На следующий день что-то пошло не так, и репел отказался участвовать в гибридизации. Сейчас мы с вами пойдем на место происшествия, все посмотрим, расскажу вам поподробнее. У нас сейчас вовсю поют дикие птицы лесные. Поэтому я вот здесь сижу, готовлюсь к вечернему. Хочу запись записать. Соловей очень активно поет вот там за лесом. Ну, в принципе, он в основном там, но бывает и по правой стороне. То есть птицы очень активно поют. Так что, друзья, вот сижу, готовлюсь, чтобы записать запись. Ну, пойду или туда дальше в лес, или здесь будет достаточно. Посмотрим. Ладно, идемте сейчас за гибридизацию поговорим. Здесь у меня сегодня для вас есть и хорошие новости, и не очень хорошие новости. Итак, если вы помните, мной был пересажен репел из этой клетки в эту клетку, а щегол из этой клетки в эту клетку. Но опять-таки, это я записываю на свою неопытность. Мне после пересадки ребята подсказали, надо было самок поменять местами, и было бы проще. А оказывается, что по статистике реплы, коноплянки, реполовы, у них несколько названий есть у этой птицы, они даже отсидевшие, которые отсидят, допустим, полгода, там 4 месяца, 7 месяцев, даже отсидевшие, уже адаптировавшие, которые при пересадке в другие клетки, там к самкам, бывает так, что это все заканчивается неудачей. В общем, ближе к делу, что вот моя гибридизация, которую я вел с канарейка и реполов, закончена. Закончена не очень положительно. Остается у меня по гибридизации щегол. Вот теперь на него вся надежда. Посмотрим, как поведет себя щегол в этом году. А на следующий год я планирую наловить также щеглов. Ну, может, два, может, три щегла. Также хочу поймать чижика. Несколько зелененьких. Надеюсь, получится. И попробуем вместе с вами, с вашими советами, с вашими подсказками. Это вот у меня детский сад здесь. Сейчас будет на днях пополнение в детском саду. И попробуем с вами, немножко отвлекся, попробуем с вами вместе. Я имею в виду с вами вместе, потому что ваши советы идут мне на пользу, ваши идеи. Ну, как говорится, одна голова хорошо, а скоро будет 10 тысяч голов лучше. Ну, в общем, друзья, попробуем разводить дикую птицу в домашних условиях. У меня есть небольшой участок. Между гаражом и забором там можно будет воссоздать небольшую миниатюру, небольшую такую, маленький лес, маленький парк. Ну, посмотрим, как там будем это все дело делать. Дело в том, что там залит бетон, как отмостка. Ну, не знаю, может быть, придется закрыть искусственным газоном или декоративным газоном. Установим там, допустим, можно установить виноградную лозу для зелени, какие-то деревья посадим в горшках. В общем, сделаем такую миниатюру. И попробуем, ну, я думаю, будем обязательно пробовать щегла, обязательно чижей этих зелененьких чижиков.
Это вот на первом месте будут чижики и щеглы. Я думаю, вот так. Ну, в общем, вот такое вот у меня сегодня видео, как бы обозревающее. Я делюсь с вами своей, как сказать, не знаю. Ну, в общем, вот так вот, вот такие вот дела, друзья. С Риполовым пошло что-то не так, и я его больше не увижу, к сожалению, у себя в клетках. Да. Ну, а по поводу детского садика, здесь хорошие новости. Детский сад уже просто трещит по швам. Срочно нужно расширяться. Но, сами видите, утром покосы у меня, вечером удои, то свинья заколосилась, то пшеница запоросилась. Так что, друзья, вот, кстати, новенькие. Это будет пополнение в детский сад. Обратите внимание, друзья, здесь именно лимончики. Так, сейчас, чтобы не перепутать с ихним папкой, вот ихний папка, он ярче. А вот эти, он прыгает, не могу сейчас. Значит, вот так вот будет видно. В общем, три лимончика, вот этот, который яркий, насыщенный, это папка. А остальные вот малыши, один в шапочке, чубатый, красавец. Это вот малыши будут пополнения в детский сад. Опять-таки повторюсь. А, еще вот здесь у меня один такой вот интересной расцветки. Вот он. Один здесь получился. Надо срочно расширять детский сад. Расширю. Вам покажу, какой сделаю маленький вольерчик. Переносной будет выноситься на улицу, чтобы птица там, ну, на улице там будет, я думаю, классно им. Да, на улице будет им классно. В идеале, ну как, не то что в идеале, в мыслях был сделать такой вольер на колесах, чтобы выкатывать, закатывать. Ну, колес у меня нету. Сделаю, думаю, какой-нибудь такой метр в длину, метр в высоту и полметра в ширину клеточку сделаю. Глухие стороны, лицевую сторону только сделаю из сетки. А глухие, чтобы там, если какой-то ветер будет, у них будет затишь. Ну и от солнца прятаться будет хорошо. Все, туда перенесу. Ну и здесь, в принципе, уже идет у меня перенасыщение. Допускается примерно до 8, максимум до 9. А когда больше 10, уже начинаются драки. Самцы-забияки начинают затрагивать более спокойные особи. Ну и происходят небольшие такие потасовки. Ну все это в рамках допустимого. Никакой тут агрессии жестокой нету. Так пощипят друг друга, поклюют. Ну, думаю, это им только будет на пользу. Пускай им это будет только на пользу. Так что в ближайшее время сделаем вольерчик выносной. Отснимем все это дело. Да, здесь еще мамашка сидит, кормит. Кормит. Тоже там красивые такие. Потом вам попозже покажу. Вот такие вот у меня новости. Значит, друзья, хотел бы вам такое сообщить, чтобы вы не забывали, что соленые огурцы попугайчикам, а красная икра одуванчикам. Всего вам доброго, до скорой встречи на моем канале.